Мы веселились в парке, но все пошло наперекосяк, когда кто-то заколдовал наши машинки. Мне пришлось импровизировать и вызвать нового тобота. Вдвоем нам удалось выручить из беды моих друзей. Что скажет команда про ультракомандора? Детективы галактики. Ой, битва на роликах. Новенький, да? Скажи правду, босс. Нас поставят на полку. Конечно же нет. Просто мне нужно ваше мнение. Итак, как вы думаете, инцидент с машинками – случайность? Лично мне кажется, что это проделки Котопуза. Возможно. Полка подождет, пора заняться делом. Как такое может быть? Бродячий кот улетел дальше планеты Нептун. Да, что это я? Чего не может быть? А вы уже завтракали? Хо? Шестеренка? Но нельзя же так пугать. Слушайте, команда, все невозможное рано или поздно случается. А если вы думаете иначе, вас ждут неприятности. Будьте готовы ко всему. О, я-то готов, но мне не нравится, когда ты называешь нас своей командой, новичок. Да, зачем нарываться? Тише вы двое. Я слышу чьи-то шаги в коридоре. Правда? Что ты делаешь? Отбой! У тебя подозрительные шаги. А еще у тебя какое-то оружие. Ну все, успокойся. Вот и мы о том же. Бесполезно. Я понимаю, что ты стараешься, но это уже перебор. Так, а зачем тебе ролики? Ты что, забыл? Мы же договорились покататься с Зарой. Ты хотел поучиться? Да, с превеликим удовольствием. Это безобидное занятие. Ой, что это такое? Поиграем, тоботы! Сейчас я покажу класс! Это мы еще посмотрим, новичок! Ого! Ты лучше всех! Да, а теперь смотри сюда. Отличная координация. Может пригодиться на задании. Да, ты знаешь толк веселья. Показать вам класс! Смотрите, как я могу! Виктор, тормози! Не могу! Молодец! Ты же хотел показать нам класс! Я думал, это легко. Нельзя сразу стать экспертом. Вставай. Ты прав. В общем, надо тренироваться. Держись, мы тебя научим. Я еду! Получилось! Он готов. Нет, я еще не готов. Спокойно, ты справишься. Вы правы. Давай. Так, кажется, главное не паниковать. Что же делать? О, нет! Ты в порядке? О,
Как? Ребята, ну хватит! Это не смешно! Это что, землетрясение? Ну хватит, а? Вот вы где, а я вас везде ищу. Топа ты! Вперед! Мы за тобой, генерал! Я устраню эту угрозу! Смотри и учись у нас! К бою! Готовься вдыхать, пыль и гарь! Такого еще не было! Все когда-то бывает в первый раз, глупенькие! Скажи, как ты остановила трансформацию? А теперь я лишу тебя твоей силы! Долго рассказывать. Всему виной ваша беспечность. А теперь покажи, где мое галактическое оружие. Ну, где же твои идеи? Есть идеи, но надо все проверить. Ультракомандор, дрон-разведчик. Мяу-мяу, огонь! Все ясно. У нее есть пульт, подавляющий действие V-часов. Теперь за дело. За мной, команда! Хочу заметить, что ты мне не командир. Да, мы помогаем Виктору. Как вам будет угодно. Оставайтесь здесь, я все сделаю сам. Ха! Она превратит его в лепешку. Вижу объект! А? Нет! О, да! Ах ты, мелкий зануда! Генерал, давай проверим. Мы можем трансформироваться. Так, надеюсь, сработает. Не подведите, не часы. Топа ты! Вперед! Ну все, сейчас я разметаю вас одного за другим. И это все? Как вы там? Я думал, все по-старому. Видимо, нет. У меня садится батарея. Все верно. Мой мяужучок забирает вашу ви-энергию. Она не шутит. Как нам ее остановить? Сейчас нам недоступен режим активации. Что же делать? У меня осталось немного сил, и я их использую. Попробуем комбинацию на роликах. Что за название? Начали. Сейчас покатаемся! Вот он и пригодился. Ураганный удар! Держитесь! Мне есть, что вам показать. И еще немного. Генерал, можешь мне немного помочь? Давай!
Готово! Выпускаю огненное крыло! Пока лорд Пульсар не приберет к рукам все галактические орудия. Бродячий кот! Она все продумала. Итак, команда, кажется, мы в ловушке. Корабль темного лорда! О, как я рада! Генерал! Ты хоть раз в жизни видел пульсара-завоевателя? Оу, плохо дело! Робот. Детективы галактики. Прибыло войско пульсара! Его грозные воины оправдали свою репутацию! Пора использовать все, что у нас есть! Ваша очередь, тоботы! Дерзкая команда Ультракомандора готова показать боевую мощь. Они используют любые возможности, чтобы спасти мир от разрушения. Смогут ли наши новобранцы одолеть злодеев? Смотрите в следующей серии Тобот. Детективы галактики. Озвучено ТМС в 2021 году.